На центральном рынке столицы сегодня продаются самые разные представители цитрусовых. В канун Нового года покупателей намного больше, поэтому продавцы говорят, что не должны упасть лицом в грязь и предлагают фрукты на любой вкус – клементины, мандарины и апельсины. Клементины все время красные, а мандарины без косточек. Все сладкое, вкусно. Я беру больше клементинов для детей. Чтобы мандарин был слаще, он должен быть немного мягче. Мандарин без косточек, он больше и слаще, но все же клементины самые сладкие. Pe lângă tradiționalele clementine, mandarine și portocale, de câțiva ani pe rafturile magazinelor a apărut un fruct exotic nou, pomelo. Acesta este mai mare ca și mărime, are un gust dulce amărui și este bogat în vitamine. Продавцы уверяют, что лучше покупать более мягкие фрукты, ведь это признак того, что они более спелые. Да, sigur noi am luat deja roulade. Да, конечно, ящик мы уже взяли и возьмем еще один. Мы любим мандарины, апельсины и бананы на праздничном столе. Мы любим их, и их можно назвать зимними витаминами. Один килограмм клементинов можно купить за 20 леев мандарины, стоит около 22 леев, за килограмм апельсины – 25. Килограмм помело можно купить за 26 леев. Светлана Турку, Николай Васильев, Акчен ТВ.